Хей-хей-хей, и это Хранитель Волков, глава 10, часть 4. Эта часть сама меня поразила, я такая вообще не поняла, что здесь произошло. Ну, все смотрите в этой части. Поехали. Ах, что произошло? Кто так истошно кричит? Ах, больно! Потерпи чуточку, я сейчас. О нет, этот булыжник сейчас упадет! Черника, держись, я сейчас! Как же ты не вовремя! Да отстань ты! Черника! 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 Ты меня слышишь? Ответь мне! Эй, с тобой все в порядке? Не может быть. Я в это не верю.